Нога в колесе. Приятных снов. В тотемчик. Я умею рагнаросами управлять. То, что ты ему показываешь, куда бить, это не работает. В тотемчик. В тотемчик. Взял я. Ты как взял я, блядь? Токсик, здорово. Да, мало, мы помним твои бухо-стримы. Ну, блин, это редко, но метко, как говорится. Кто лучше готовит из вас, что умеешь готовить? Да я такой себе кулинар, на самом деле. Я Синхер Птича лучше готовлю, чем я. Бля, что за карты? В тотемчик! В тотемчик! Рагни, Рагни! Старые чертежи, брат! Как я тебя люблю, брат. Хорошо. Так, вот тут уже опасные ситуации. Мне хватит на тотем? Нет, мне не хватит на тотем, тут 4 маны, блядь. Сука, чуть-чуть не хватает. Прям письки не хватает, я даже так сказал. Стал своим везением, тебе пора выигрывать КС. Не, у меня не получится. Так, Рагни, в баблинг-бук. Братик, братик, старые чертежи, баблинг-бук. Ай, что за жесть, блядь. Рагни, Рагни, вот сюда, вот куда дракон ударил, братан, он тебе показывает. Тебе показывает, куда бить. Почти. Сука, не получилось. Третий раз. Да как отбиться от этого дерьма? Ты работаешь с священником? Нет. Видите, он не всегда слушается меня. Бывает не всегда так, как хочется. Бля, это жесткий какой-то массивный маг, который меня давит существами. Ебать копать. Рагни в тотемчик, брат! Бля, ну челмав тут такое. Ситуативное. О, господи, как отбиться от этого? Я Рагнароса убить не могу в 8 ходов уже, блядь. Ты говорил, что хочешь уходить сейчас, почему остался? Ну, так получилось. Рагни въебало! Опа-се! Ну тут уже мой братик выходит. Рагни, вот сюда. Вот сюда, брат. Ты золотой у меня, ты должен знать, как это делается. Ебать копать. Там еще и йогурт есть. Это ужас. Рагни. Рагни, брат. Ты же мой братик. Ей, зява я, блядь. Сука, как я это делаю. Он меня убивает, да, походу? Ебать, там еще и пирогласт. Ты гонишь. Да, катка забавная, хоть мы и проебали, но было классно.